Эй, салют, народ, привет, YouTube, очередное видео отчет о росте моих дредосов. В этом месяце исполнился 1 год и 6 месяцев, как я хожу с дредами. Вот, избавляться от них не планирую и в планах нет пока что вообще никак. Вот, почему пока? Может быть, в ближайшее время найду себе работу по специальности, где нужно будет выглядеть опрятно. Ну, нужен будет дресс-код. Вот, ну а пока что будем носить дреды. Говорил вам в предыдущем видео о том, что я хотел записать видео на природе. Ну, в общем, ребят, не получилось. В связи с тем, есть две причины. То, что погода испортилась очень сильно. Идет уже дождь на протяжении двух недель пасмурно. Неделя, наверное, идет дождь. Ну и вторая причина. Та аппаратура, которую я заказывал, она мне еще тупо не пришла. Вот. Ну, ничего страшного. Впереди еще очень много дней, я думаю, погода изменится, аппаратура придет, запишем видео, снимем, покажем вам. Вот. Ну а пока что пишу вот такое видео, 1 год и 6 месяцев, то бишь полтора года уже я с дредами. Вот. Ну вот так вот они выглядят, вот так вот они вымахали. За полтора года, да, уже было очень много нюансов с дредами, и они не прекращают появляться. Давайте посмотрим и расскажу, какие есть нюансы с дредосами. Вот так вот они выглядят сбоку. Вот, они торчат спереди. Недавно повалял их. На подплетение не ходил уже давненько. Ну и пока что не планирую. Вот так вот с другого боку выглядит. Вот вид сзади. Вот так вот, ребятки, какие нюансы? Проблемы, нюансы, я не знаю, как это даже назвать. Вот. Уделял очень много видео своему дреду. Предыдущих видео я о нем рассказывал. То, что он у меня ломался, я его подплетал. Ну, вроде бы за 4, может быть, 5 месяцев, даже больше, наверное, он прижился. Пока что все с ним отлично. Начали ломаться другие дредосы. Будет видно на камеру, не знаю. Вот, смотрите. Вот он дред. Вот, вот он уже переломленный в серединке. Видите, вот болтается. Не знаю, что с ним будет дальше. Ну, в общем, что бы ни было, я буду записывать видео, ну и, соответственно, показывать вам. Вот, также на макушке 2-3 дреда тоже пытаются уже вот-вот поломаться. Ну, что, в принципе, это не столь-таки страшно. Я думаю, единственный минус, они будут дреды короче, обрезать их. Сшить, подбить, вот, ну и в принципе будет все отлично, ну, единственный минус, они будут очень короткие, вот, ну вот такое вот, ребятки, видео, 1 год и 6 месяцев, ну, я думаю, будем расти дальше, снимать, показывать вам, вот, ну, как погодка восстановится, я думаю, поснимаем какие-нибудь интересные видео, ну и, соответственно, покажу их вам, вот, ладно, что, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Peace.